Приветствую, друзья, на канале WebPlay, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Surviving the Aftermath. Пятое обновление, Sanctuary. Сегодня будем заниматься электричеством, друзья, всем приятного просмотра. Ну и так. Друзья, мы занимаемся будем электричеством, как уже говорил. Так, значит, что нам надо для этого сделать? Нам надо для этого изучить энергию ветра. А, я уже изучаю, вернее. Да, и чуть-чуть побегал по миру, собрал очков. Все вроде бы нормально должно быть, так что пойдем сейчас электричество сделаем. И вот этот звук меня раздражает, просто бесит меня. Постоянно это тин-тин-тин-тин. Ну да ладно. Прочитал комментарии в предыдущем обновлении, друзья, ваш No One задал мне вопрос по поводу колонистов, да, 100, он говорит, и больше не растет. Дружище, если ты это смотришь видео, то что я говорю, просто, как я уже ответил тебе в комментах, это, скорее всего, баг, потому что у нас было 100 с плюс колонистов, и если к тебе колонисты не приходят, построим дома, чтобы они уже делали детеныши, то бишь уютные дома, тогда у тебя будет уже естественный приплод происходить за счет твоих поселенцев, которые будут селиться в этом доме и производить детенышей. Сделай 2-3 домика, чтобы более-менее контролировать популяцию, иначе они тебе будут размножаться как кролики. Это мы испытали на своей шкуре, когда этим занимались. Так что да, вот таким, если к тебе, как говорится, не приходит больше поселенцы, да, типа с других, ну, с мира общего, да, сделай так, то, что вот построить дома, хорошие, качественные дома, и тогда, ну, как-то даже у нас, кажется, не знаю, лестницы у нас нету, у нас коммунальное жилье, но, скорее всего, тебе надо вот это вот, сейчас, подожди, кликнем, вот, где наша колония, вот ты будешь, где-то работа с отходами, надежный склад, ремонт, медпункт, электростанции, подожди, производство, ну, как это, производство, исследование, капремонт, прогноз катастроф. Подожди, а где наши дома? Комфортное жилье, где? Ремонт, работа со сводом разрушения. Общежитие, окей. Медпункт, медицинская карта, чистота, управление гневом. Вот, комфортное жилье, да? Он тебе дает дом, и в этом доме они будут поселяться, пара и производитель наши. Попробуй с этой стороны. Так, хорошо, ладно, поехали мы, короче, так, смотрим, что у нас здесь вообще происходит по миру. У нас все на КД. Нам сейчас изучится электроэнергия. У нас уже есть ветряк один, да. Кстати, что нам нужно для большого ветряка? Какая? Качественные подмастерья электропилы, ремесло. Эррор. Тут опять же ничего нету. Солнечная энергия. Эррор. Исследование ветряк. Ну вот сейчас разблокируется ветряк, и мы будем строить уже ветряки, потому что они более выгодные и более такие нормальные. Так, значит, идем по энергии, потом это изучим, солнечную энергию. Потому что солнечная энергия, она хороша, но опять же наступает день, и все, на этом заканчивается. А то у нас, прибыли к нам поселенцы, и так, что мы смотрим, Worldly Trio, ожидание боец, это очень хорошо. Мяско, антибиотики, красава, забираем. Специалисты готовы к путешествию по миру. Нет, еще ждем, пока все полностью раснутся. Исследование совершено. Ну, я понял. Только почему у нас нету нормального ветряка? Так, хорошо, ой. Солнечная энергия, хранение электропила, ремесло, подмастерье, барахольщик. Формула ветра топлива, энергия... А, вот где у нас энергия ветра, ядрите как далеко. Тогда мы пока что можем, значит, друзья, построить вот такие парочку маленьких. Раз. Два. Три. Четыре. Вот так пусть строится. Так, орайт, пошлаем. Так, забираем людей, пусть они собирают все, что осталось. Так, бензин нам нужен? Ну, не нужен, по идее. Так, мы заберем это. Она драчун, да? Ну, идешь чистить вот эту территорию, чтобы знать, что там. А, 12 аптечек, нормально, пойдет. Так, тут у нас уже все приносит, все хорошо, у нас будет уже первая энергия.
Вау, друзья, на что мы не построили? Смотри, что мы не построили. Где у нас это все есть? Нет, это не здесь. Ага, значит, нам надо стоп, все-таки починить его, потому что у нас закончились детальки. Как-то я даже не засек. 8 штук, ну, ё-моё. Ладно, ладно. Окей, это значит, у нас надо исследовать... Исследовать нам надо производство. А нет, тут уже есть у нас производство. Охренеть, так, подмастерье. Ремесло. Мастерская инструментов. Подожди, подожди. Ну, сейчас как-то очень трудно. Переработка утиля, вот что нам нужно. Механическая мастерская, нам это надо. Ладно, там пойдем электропилы, потом пойдем сюда, чтобы нам... А мы можем поторговаться с кем-нибудь насчет этого. Так, подожди, что он, расстояние торговли, вот они предлагают как раз то, что нам нужно. Детальки. Окей. Подтвердить. И кто еще детальками торгует, посмотрим. Никто больше не торгует детальками, но посмотрим, что может, ну, здесь есть такие детальки, но нет, у них нет деталек. А у вас, уважаемые, есть детальки? Нет, у вас нет деталек, у вас семена лена есть и все. Но я не знаю, или мне нужно это сейчас. Ну, понадобится все равно в будущем. А им мы можем продать бетон. Стоп, наверное. Стоп. А, я не могу же ничего сделать, у меня же все занято. Вот дебил. Ладно, работаем. Ну, хоть один ветряк уже будет построен, ветряк. Это у нас будет производиться сколько? 14 энергии, да? Сейчас проверим. Ну давай. А, он еще строится. Так, хорошо. Так, смотрим, кликаем все это дело, смотрим, что здесь у нас есть, что у нас нету. Так, это все добывается, окей. Собран источник доски. Кто именно? Все у нас работает. Так, производит 14 энергии, окей. Сейчас смотрим, у нас есть, у нас школа. У нас детей сколько? Один ребенок. Ну, школу вообще-то надо было построить бы. Давайте построим школу заодно. Пусть она будет. Вот так. Отлично. И сразу эту дорогу проведем тогда. Отлично. Отлично. Потому что нам нужно образованные специалисты. О, тут уже резнулись. Аптечка, забирай. Откроешь тут территорию. Окей, пойдешь ему налебешь лицо. Хорошо. Так, у вас металл бывает? Сколько у вас тут еще металла осталось? 21. А что с пластмассом? А где добыча пластмассы происходит? Там что-то потерялось. А у нас что, добыча пластмасс не производится? Я не понял. Так, электропила, переработка утиля. Вот это надо вот так исследовать. Оказалось, что у нас пластмасса добывается где-то. А почему у нас не добывается пластмасса? Окей, сейчас тогда построим. Добыча пласт... станция переработки. Чё за? Здесь пластмассы где нету? А вот. Два колонца дерутся. Наказать защитника, но опять же тут получается то, что я не могу, я получу все равно минус этого. Пусть продолжает драться, опять же будет лох, минус, и наказать ударившего, да. Колонисты, два ранения, счастье, минус два, но это понятно, потому что это такая вот хуйня, потому что, ну, если бы дал бы им лекарства, все были бы и радостны, и все было бы еще, было бы шикарно, да. Так, школа завершена, строительство, там обучается один мальчик маленький, там ребенок, не мальчик. Так, перейти к карте мира. Так, забирай это.
Забираю это. Окей. Незначительная победа. Нихуя себе незначительная победа. Просто взял и с одного удара просто уничтожил их. Окей, хорошо, ладно. Так, у нас сейчас, подожди, у нас где у нас строение? Ну, нам надо будет электричество для, все равно для этого, как вам, для этого завода. Сейчас это не будем строить, потому что хотим палатки построить медицинские, но нет, попозже. Так, что у нас здесь растет? Подсолнухи. Так, у нас ткань, одежда у нас 52, и интернету 42, колонии полагается помощь. О, стелла уже выросла, все замечательно. У нас же школа будет сейчас пустовать. Ладно, пусть он пока стоит, пусть там работает. Колонист травма. Тут сколько людей? Двое, нормально. Пусть работает. Торговля еще происходит у нас, да? Да, на один день 15 часов. Пока доедут до нас детали. Так, это у нас добывает металл, да? Блин, так далеко ходить надо, очень далеко. Потом это мы снесем и перенесем дальше. Можно переместить рабочую зону? Просто хочу проверить, где у нас вообще металл еще есть. Ой, блин, так далеко. Не, нам явно не туда. Не, ну вот сюда пойдем мы потом, да? Да, скорее всего. И еще там есть. Здесь у нас ничего нету, да? Ничего. Ничего. Ладно, что с ним? Так, хорошо. А что с нашим изучением? А, электроэнергия остается один день 200 очков, да? Хорошо, у нас еще есть очки, все нормально. С едой у нас все нормально, с водой у нас все нормально. С металлом все отлично. Вот только детали нужны нам. То самое основное. Хорошо, так, сейчас проверим эти все. И пойдем посылать людей. Или домой, или дальше собирать. Так, аптечки, сколько у нас с аптечками? О, аптечек надо, надо аптечки. У тебя что-то есть? У тебя что-то есть, но все равно ты иди сюда. Тебя я верну домой. Надо все разгрузиться. Там у тебя детальки есть как раз. Станция по переработке. Идем к ней и берем двух человек. Отлично, пусть они работают. Так, у нас 7 еще носильщиков. Отлично, так. Скоро должны уже прийти. 5 часов осталось и будет оки-доки. Торговля. Мне, конечно, очень хорошо, мне нравится, как они переработали эту торговую систему. Очень круто и понятно, и легко. Не надо тебе там кликаться по 10 раз, чтобы понять, что тебе надо и что тебе не надо. Электропила и переработка утиля, и потом уже будем и изучать то, что до этого идет. Потому что нам надо сначала детальки, потому что мы были самодостаточные, потому что в данной ситуации мы потратили почти что 700 очков, 700 монет, чтобы купить себе улучшение. Ну, не улучшение, а детальки. Чтобы мы могли построить ветряки. То 14, так, хорошо. Но нужен источник пластика. Так, 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 так. Какой пластик? А, алло. Оказывается, у меня где-то пацаны здесь работали, да? Смотри. Ах ты, блин. Ну все, приехали нам детали. Сейчас они будут разгружаться. Давайте сейчас торгуем. Что-то надо продать. Что им нужно? Доски. Торговля. Давайте что-то продадим. Им нужно доски. У нас что, досок мало? Не, им нужно, давай бетон продадим. Давай 100 бетона продадим. Подтвердить. Отлично. Так, что здесь? Раз, есть, 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 есть. Отлично. Закрываем, ну да, хаппи, все такие счастливые. После хорошего отдыха плюс 160, неплохо, неплохо. Потому что у нас все максимальное улучшение для данного вида сооружений. То бишь для коммунального жилья. Текс, так, пацан, ты куда? Ты домой, да? Домой. Женщина, ты? А ты еще собирала вот это, хорошо. Ты идешь чекать. Замечательно, очень то, что мне и нужно было. Отлично. Все пока что, все хорошо пока что. Пока что все хорошо. Что такое? Рискнуть? В лагерь принесли новость, заклониться, очень тяжело ранить, станет бедно, бредит, бог какой-то бред.
Каунти-инфекция. Нормально, хоть не умер, это радует. Иди и лечись, дружище. Так, все тут детали принесли, но сейчас все нормально. Даже еще осталась одна штучка про запас. Но к тому времени, пока это все случится, мы уже построим завод. И построим где-то здесь, потому что здесь реально мы ничего не можем сделать. О, женщина, иди, блин, уже лечись, а то ты меня бесишь. Рабочее место, маленькое поле. У тебя инфекция, я куда пошла лечиться. Так, у нас есть же аккумуляторная батарея. Так, строение завершено. Это ветряки завершены, все отлично. Пусть батарейки сейчас тоже делаются, крафтятся. Так, что у нас следующее? А, надо проверить, у нас ли все хорошо здесь. Кстати, мы можем уже подсолнечным маслом торговать, чтобы у нас были бы... А, 35 масла вообще очень мало. Ресурс выгружается, давай, хорошо. Значит, мы можем с вами что-то еще поторговать. Что им так? Торговля, бензин? Нет, да... Торговля. Что вы хотели бы купить у нас? Давайте металл. Металл довольно-таки. 100 единиц. Окей. Пусть торгует. Металл вообще-то не надо было торговать, блин. Ну ладно, хер с ним. Так, специалисты готовы к работе. Хорошо. Забираю последнюю аптечку. Сейчас скручу, потом понимаешь, собирать 40. Не, ну сначала надо собрать, наверное, это будет. Да, 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 скорее всего, так надо будет поступить. Аптечки. Окей. Производит 56 энергии. Ну то сколько там уже изучится это? 10 часов утиль. Так, подожди, подожди, подожди. Что я там, подожди, изучаю сейчас? Что до этого изучили? Пилорама. Окей, можем пилораму построить, друзья. Пилораму. Пилораму построим где-то здесь. Там, где у нас лесоповал. Дом зверолова. Подожди, подожди, пилорама. А где пилорама у нас? Вот так. Так, все, сейчас собирается энергия 4000. Мы, по идее, должны пережить. Если у нас будет магнитная буря, мы можем пережить, по крайней мере, одну. С этим, то, что у нас здесь есть. С этим производством, который требует энергию. Это будет сейчас у нас инструментная 14, да, энергии. Плюс еще это 18 энергии, а мы производим 56. Так что без проблем. А ягоды собираются еще, все отлично. Так, что это у нас? Это простой склад, да? Крытый склад, хорошо. Нам нужны инструменты, уже начинают понемножку уже крафтить. Ну, это хорошо, мы сейчас это поставим, это сделаем. У нас это, ну, мастерская инструментов. Это что у нас получается? Мастерская инструментов. Очень много места занимает. Мастерская инструментов. Ладно, пусть это будет здесь. И что у нас исследование завершено, и сейчас барахольщик, что это такое? Механическая мастерская? Хороший барахольщик всегда найдет барахло, которое ему понравится. Блин. 100 очков, давай исследуем. Сейчас поставим строить сразу мастерская. Отлично. Два огромных сооружения будет здесь у нас строиться. Так, здесь закончилось. Уничтожить. И тогда мы делаем так. Инструмент. Так, сюда идем. Станция поприолома. Они заметили кое-что интересное.
Пара вашего конечно заметил, что в глубоком ущелье подготовил застрял какой-то автомобиль. Возможно, в нем есть что-нибудь ценное, но спускаться туда без специального снаряжения может быть опасно. Они все равно хотят заснуть. Ведь, например, к автомобилю есть что-то положено. Разрешите. Ранение плюс 3 детальки. Нормально. Ранение-то мы вылечим, это не проблема вообще. Хотя хорошо, эта пилорама сейчас рубится у нас. У нас будет нормально добываться доски. Не надо уже начинать думать о том, чтобы строить промышленную добычу. Промышленную добычу. Но это уже надо рассказать чуть попозже. Так, переместить рабочую зону. Так, здесь 100%, здесь 100%. Так, это же нужно, друзья, можно вот так взять и уничтожить. Так, нам это не надо. Так, где наш дом лесничий? Дом зверолова. А где лесничий у нас? А где лесничий? Который высаживает деревья. Я такого не построил. Похоже, такого не построил. Ну ладно, дом лесничий, смотрим сюда. Ну, походу, не построил дом лесничий нигде, да? Нет, нигде нету. И нам еще надо портной, чтобы и производил нам одежду. Сюда, в общем, поставим потом какой-нибудь красивый что-нибудь. Так, завершено. Итак, солнечная энергия. Исследуем. У нашей как раз наши эти готовы. А еще нет? Как это так? А, он до дома доехал. Сейчас лечится. Угу, окей. Текс. Мастерская работает, электроэнергия работает. Хорошо. Значит, друзья, хочу сделать еще здесь. Туда мы еще можем парочку вентиляторов типа поставить, электрогенераторов. Отлично. И парочку аккумуляторов. А сюда заубей ничего не потом. Что у них хватает? А, запчастей не хватает. Окей. А что-то застрял опять. Специалисты готовы к работе. Так, специалист, иди и забери бензин. Открой. Взорвалась. К чертовой матери взорвалась женщина там у меня. Ну ладно, еще не, главное, что не умерла. Бетон. Ну, сейчас мне сдался бетон, мне бетона достаточно. Портной работает, все хорошо. Все работает, все при делах. Ой, мне два человека только осталось, только которые могут что-то носить. Печалька. Тут одна деталь. Здесь понял. Так, 799. Хорошо, у нас нормально все идет. Пока что разбиваемся. Так, 27 человек. Не надо побольше людей. Так что здесь. По ночам небо далеко зрительно. Вспышка света. Вы практически догадались, откуда исходит этот свет. Можно поставить туда поисковый отряд, чтобы они совсем разобрались. Вот только как лучше поступить вооружить колонистов, чтобы они были готовы к улучшению или отправить их. Вы читаете оружие, то есть куда на поворачивающий лес, через они набрали крошечный заброшенный парк, изучение которого почему-то до сих пор работает. Пока вещи колонисты разбираются, колесо забрали, снимать с него конкретующие. На них нападает группа бандитов, одетых их в костюм клоунов. Однако ваш отряд не дает забить, но водитель уступить без потерь. Отлично. Два конденсатора. Лучше бы две детальки дали мне бы. И то было бы прикольней.
Текст. Надо что-то мне с фермой делать, кстати говоря. А что мы изучаем сейчас? Энергию солнца. Энергию солнца изучили. Покрытие панелей. Сейчас смотрим, сколько, что требуется для... А, это маленькая солнечная панель. Та сюда большую впиндорить. Потому что при магнитной буре работают батарейки, но не работает ничего другое, что связано с электричеством. Кто, что производит электричество, вернее, так сказать. Так, что здесь у нас происходит? Ну, ресурсы прибыли и выгружаются в хранилище. Хорошо. Что можем еще мы продать? Рыбу, так, у них там консервы. Может быть, рыбу можем продать ему? У нас что, рыба? Не, у нас рыбы очень мало. Дичи у нас тоже мало. Что у нас? Что у нас много? Пластика у нас много. Ну, еще что можно продать? Например, дичь. Да, 500 монет. А ладно, сотку. Он 600 монет. Отлично. Хорошо, нам нужны люди. Нам нужны люди, друзья. Нам нужны люди, чтобы... Так, ты идешь... А, ты бензин шел собирать, да? Ай-яй-яй. А, ну хорошо, ничего страшного. Чуть-чуть получили, потом сейчас можем собрать бетон. Ну, блин, бетон, не бетон, но... Так, хорошо, может быть, все-таки лекарства собрать. Давай лекарства берем лучше. И вернем ее домой, тогда, чтобы похилиться. Сюда бы еще... Так, а что у нас, подожди, по производству получается? Нам надо что? По производству исследования крупные ворота, колония, производство электростанции, медицинские карты, образование, работа с отходами, память, надежный, так, ремонт, медицинский пункт. Ой-ой-ой, тут ток-ток, ой, ёшки, не матрешки. Но это у нас в производстве, надо смотреть, где у нас идет надежный солнечная энергия. Бой, в самом конце почти что у нас промышленная добыча. Конвейер. Экстратор бетона, но это повышает добычу. Окей, хорошо. Но доберемся мы рано или поздно. Я, конечно, поиграю в офлайне, чтобы это все, весь процесс такой долго не заснимать. Переместить рабочую зону. Потому что, ну, добыча всего этого очень долго произойдет. Так, переместить рабочую зону. Ездит у нас ягоды. Вот есть ягоды. Главное, что сустав, никто у нас не заболел, никто не болеет радиоактивной болезнью. И главное, что люди не приходят ко мне. Давай, пацаны, подойдите кто-нибудь. Очень слабо производит наш этот, как его. А, и, кстати, до 12 энергии. Раньше было, кажется, 14, если не ошибаюсь. Он производит 3 сразу. А, ну это неплохо. 3 детальки, это неплохо, совсем неплохо. Ну, как обычно, приоритет до сих пор еще не работает. Так что это тоже... Как-то непонятно, когда это все пофиксено. Ну, надеюсь, что в ближайшее время они это уделят этому внимание, потому что, ну, я понимаю, что это не самое основное, да, но иногда очень раздражает, что не можно сделать то, что тебе хочется в первую очередь. Так, где у нас энергия производства? Массивные аккумуляторы, качественные конденсаторы, аккумуляторы на батарее. Потом мы высоко всем количеством деталей залогов за хорошей работы системы. Аккумуляторная батарея. Аккумуляторная батарея, не знаю, что такое, ну да ладно. Будет аккумуляторная батарея. Не вижу фотки, и тоже, опять же, это тоже не смогли не починить, потому что, ну, отображается некорректно. Как обычно. Так, у нас, кажется, магазин открылся новый, да? Да, троица у нас открылась. Сейчас глянем, что троица нам предлагает. Троица.
Люди в этой общине очень подозрительных гостей не пускают дальше крохотного внутреннего дворика. Колония. Прочные стены покрыты загадочными письменами, а местные ходят в глухих капюшонах. Они тщательно следят за торговлями, караванами, чтобы никто не проникал за предную территорию. Ну, это какие-то, блин, масоны, блин. Посмотри, масоны по-любому. Торговля. А у меня закрыть, мне нечем торговать. Мне все за... мне все закрыто. Мне все люди работают. У меня работают люди. Так, 6 часов до этого. Смотрим, что у нас тут. Ну, солнечный трейк, это понятно. Хорошо, ладно. Так, кликаем, проверяем. Каждый раз не забываем проверять, друзья. Особенно в начале надо проверить все, что по возможности. Халявное достать надо достать. Я сейчас думаю, сейчас домик надо построить. Но домик очень далеко, блин. До домика далеко, чтобы рождались детеныши. И над этим расширялась колония наша. То у нас один человек только строит, да, но получается очень медленно все происходит. Исследование конденсатора завершено. И это что такое? Задроит отношение, это когда рабочий занят производством, а метание молотков не должны... Угу. Мастерская инструментов, мастерская это по одному человеку считается, да? Или улучшает скорость. Ну, плохо, что не видно, что происходит. Вау. 198. Минус 2. Уставшись, как я понимаю, усталость. О, блядь, я продал мясо, а у меня сейчас получается минус по еде. Ну, надо какую-то фирму посадить еще будет. Так, тут нужен один. И тут вот все. Будет сейчас два ветряка построено. Там 113, там бетон, специалист готов к работе. Хорошо. Да сколько ты будешь еще собирать это, блин? Крупная победа. Наны. И что там будет у нас? Одежда. Ну, тоже неплохо. Что тебе с хп 40 возра... А, ну вот сюда ты идешь собирать конденсаторы. Пока что. Ну, бетон можно собрать тоже. Пусть он будет. Он нам не навредит. Там 18 деталей у этой, блин, подруги. Тоже неплохо. Мне нужны люди. Нам нужны люди, друзья. Нужны люди. Срочно. Так, что у нас по исследованиям? Так, мастер, ну так, ремесло, хорошо. Не знаю, ли доберемся до ветряков сегодня. Так как уже видосик идет где-то полчаса, посмотрим. Может быть, получится. Ну тоже здесь тоже используется два. Ну ладно, может быть, то, что. Ну да, два. Ну это понятно. Молоток и глючечный ключ, ну знаю, хорошо. Пусть так будет. Так, что у нас там сейчас достроено будет? Это уже будет достроено, да? Пошел отдыхать, походу. Чекаем. Все нормально, ягодки добываются, добываются. Отлично. Я 85, все нормально. Значит, мы производство 12, потребление 22. Римство позволяет базовое умение обращаться с инструментами и чинить одежду, позволяет ускорить производство, а молотки и лайки все чередуются. Ага, тоже неплохая вещь. И потом мы что? У нас это идет пароходящих, формула Б, топливо, контролируемое сжигание, разбракируемый химкомбинат. Массивные аккумуляторы, энергия ветра. Ну да, производство электро... Ну будем, конечно, я думаю, что в следующем видео уже полностью разблокирую все это дело. И тогда уже будем более-менее строить, уже заниматься промышленной добычей всех наших нужных нам ресурсиков. Комбинат построим и все так далее и тому подобное. Так, ионные таблеточницы, антибиотики. Так, и женщин тоже не приходят, загадки не задают нам. Как-то очень все обленились у нас. Так, у нас здесь получается... Ладно, пусть один человек сейчас работает у нас. Ну нет, пусть работает двое. Нехер. Лучевая болезнь. Ну, он сейчас работает над лучевой болезнью, так что она скоро исчезнет. Так... Незначительная победа, хорошо.
Забирай конденсатор, вот что я хочу. Так, хорошо, ладно. Это добывается, добывается, все хорошо, это работает, все работает, все работает, у нас еще отлично. Вот тут халтурит один только. Детеныш у нас нет никаких? Нет у нас детей. Давайте, мне нужны люди. Самый главный ресурс survival игр, ресурс это люди. Люди, нам нужны люди. Приходите в наш замечательный, приходите в нашу замечательную колонию, друзья. Было бы круто, если эту игру в мультиплеере сделали бы. Вообще идеально. Ну, не знаю, может быть, не, я думаю, что нет, как-то мультиплеером. Я тогда надо было ввести в атаку нам этих, а я такие игры не очень обожаю, потому что, ну, типа будет то же самое наподобие Арка, блин, создравил базу, а те пришли, зарейдили нахер. И все уничтожили. Так, что мы можем сделать? Формула биотоплива? Или идем к энергии ветра? Или идем к пище? Общественное питание. Кухня, лесоготовочная. Да, пойдем к общественному питанию. Потому что я хочу построить побольше большие поля. А вообще нет, зачем? У нас нет смысла строить большие поля, потому что нет людей. Потому что там три человека будет на поле работать. Ладно, потом вернемся обратно к энергии. Так, все добывается, хорошо. Работает люди, это радует. Вау, здравствуйте, давай там 50 тысяч человек. Два взрослых, один ребенок. Антибиотик принять, конечно, берем. Нам нужны люди. Окей. Лицо бьешь. Аптечки. Давай, открой территорию, потом домой пойдешь. Может быть, не знаю. Не, домой пойдешь, кстати, домой, потому что надо тебя похилиться. Так, у нас 3 человека, 2000 у нас монеток. Так, что у нас с семенами, кстати, посмотрим, сейчас у нас есть, есть. У нас есть лен, хорошо, что не покупил. А, я вот купил. Так, а что может быть? Давай посмотрим, может что-то другое есть. У нас же есть новая триад, троица. Может, что-то у них интересное есть, торговля. Торговля, дичь, тараканы. Очки науки, блин. Очки науки это хорошо, конечно. Давай, может только. Количество. 300 тысяч же. А это что будет? Время в пути 2 дня? Не, ну. За 300 серебряных. Не знаю. Ну давай, возьмем черт с ним. Я, мы тебе можно что продать? Может, это что-то можно тебе втюрить такое? Волокно можно тебе втюрить, а? Вот и так, отлично. Замечательно. Волокно втюрили. Так, что у нас по исследованиям происходит? Общественное питание. У нас там здесь кухня и лесогазовудочная. Окей, кухню нам нужно, кухня это хорошо. Это разнообразный рацион и довольно большое быстрое производство его. В общем. Так, 68, у нас 8000 с запасом. Замечательно. Мы уже выдвигаемся на путь истинный. По поводу добычи энергии это очень хорошо. Потому что тогда наши руки развязаны в будущем. Можем строить уже сразу, по крайней мере, 3 экскаватора, когда мы их откроем. Больницкий можем построить. Да, у нас 8, сколько, 68 производится. Ну, и большие ветряки, конечно, построим. Плюс потом еще большие батарейки поставим. Вот. Чтобы это было все более-менее продуктивно. Так. Так, один ребенок, да, это ребенок сейчас обучается. У нас один, у нас 30 человек. В общем-то, очень сейчас на данной стадии. Трое носильщиков, это радует, это хорошо, это замечательно. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, ладно, что мы еще сейчас изучим, что-нибудь тут питание построим, парочку вещей.
Так, что у нас с домами, кстати, у нас? Нам надо дом построить, наверное, еще, нет? А нет, еще пока что достаточно места. Карта. Забирай. Открой карту. Конденсаторы, отлично. Конденсаторы. Бетон заберет. 50 хпшек, даже может хотя бы еще повоевать можем с 50 хпшечками. Чтобы максимально продуктивно использовать их в районе там. Так, тут все добывается, все забывается, отлично. Кухонный конвейер, что это делает? Кухня, только кухонный конвейер. Обучить поваров без смотрю на кухне, и они будут работать эффективнее. Плюс одна. Нет, я хочу, блин. Колония. Нам нужно работать с отходами, память. Ремонт, медицинская карта. Но это у нас молниеотвод, нам пока что он не нужен. Мы идем по энергии ветра поначалу. Массивный аккумулятор, давайте массивный аккумулятор изучим. 250 очков, ты охерел вообще, тут вообще 300. Ясно. Так что, такие дела, друзья. Ну, как вы уже наметили, друзья, мы сейчас начинаем выходить в энергию. Более-менее уже налаживаем производство всего этого, то, что у нас здесь есть, да. Так что, друзья, если есть какие-то советики, вопросики, не стесняйтесь, оставляйте под этим видео ваши комментарии. Обязательно прочту, отвечу. Вот. Как я говорил, электричество мы сегодня подвели. В следующей серии мы будем уже заниматься улучшением электросети. И уже, я надеюсь, я сейчас полазю еще по игрушке тут, пооткрываю очки какие-нибудь, надеюсь. И, так говорится, улучшим в дальнейшем нашу электросеть. На сегодня, друзья, всем прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.